Привет! Я думаю, ты знаешь, что Brawl Stars играет довольно много игроков. И я думаю, один из них ты, если зашел на этот ролик. Ну вот, сегодня я хочу тебе рассказать интересные факты, которые ты, возможно, не знал о твоей любимой игре. Ну что ж, погнали! Начну я, пожалуй, со скина «Темный ангел Кольт». Вы спросите, что в нем такого особенного? А я сейчас вам покажу. Дело в том, что если мы зайдем в тренировку и внимательно присмотримся к кольту, то мы увидим, что у него другие следы. Также это можно заметить на скине «Дом с призраками 8 бит». Или как там его. У него появляются следы куриных лап. Если ты тот человек, который хочет определить, есть ли у соперника гаджет, звездная сила, снаряжение или киберзаряд, то сейчас ты узнаешь, как тебе это понять. Вот, смотри, у каждого союзника или противника, или даже у тебя есть снизу такой кружок, ну, любого цвета. И на нем есть несколько или один значок. Например, на данный момент этот значок у меня показывает, что у меня есть гаджет. Всего вариантов таких значков несколько. Этот, например, показывает, что у меня есть гаджет и снаряжение. И, кстати, даже если у игрока есть звездная сила и гаджет, то будет все равно показываться так, как будто есть только гаджет. А если у игрока два снаряжения и гаджет или гаджет с пассивкой, то будет показываться уже вот так. А если у человека есть еще к этому всему гиперзаряд, то будет показываться уже вот так. Так, а мы тем временем не будем отходить далеко от темы кружков под бойцами, а лучше плавненько перейдем к восьмому факту. У скина «Ночная Мортис» меняется кружок во время использования ульты. Также это происходит у скина «Гвардеец Кольт». Я думаю, ни для кого не секрет, что для каждого бойца в игре есть свои пины. Но знали ли вы, что у каждого пина подписано, какую эмоцию он обозначает? Это, например, радость, это грусть, это злость, это хорошая игра, это аплодисменты, это спасибо, это пронесло, это просто особый значок. Также уникальные особые значки к другим скинам, а также фейспалма. Это была первая часть фактов, которые ты, возможно, не знал. А для второй нужно 5 лайков.